Таня сейчас предстает перед нами в красивой, даже нарядной блузе 88044, 1090 рублей. Аня, эта блуза на самом деле нарядная или все-таки она кажуальная? Ты знаешь, нарядная она, конечно, может быть, смотря с чем вы будете сочетать. Для повседневного образа точно так же она подходит. Украшение уже имеется у нас с вами. Посмотрите, прекрасные стразы, подвесная подвесочка у нас здесь с вами есть. Она в движении, она всегда будет двигаться. Это тоже добавляет легкости образу. Сразу давайте посмотрим на некоторые детали. Ну, то, что это бессмертный горох, это уже все прекрасно поняли. Эластичная ткань, это тоже большой плюс при выборе, особенно размера и в носке, что ничто не будет ограничивать ваши движения. Ну и сразу замечаем то, что у нас по груди есть складки, которые будут идеально посаживать она абсолютно на любую пышность груди, что то тоже есть, очень важно. Вот он, смотрите, наша свобода по зоне груди. Смело заказывайте свой российский размер, не прогадайте, ткань эластичная, плюс еще есть вот такое решение дизайнеров в виде защипов. Не прогадайте в заказе. Будете красивой, нарядной, а главное, впору будет эта блуза «Веселый горох». 1090 рублей. У нас, кстати, большой размерный ряд от 50 до 60. Давай поговорим еще по поводу горловины. Очень важно понимать, очень важно посмотреть с лицевой и с изнаночной стороны, какое тут высокое качество. Итак, смотрите, на тянущейся ткани горловина остается неподвижной. Это очень важно, ведь вы эту блузу будете носить не один сезон, потому что горловина всегда будет сохранять идеальную форму. Двойная зона горловины позволяет вместе с тканью, которая фиксирует ее, посмотрите, она не тянется, она хорошо держит форму, позволяет нам с вами быть уверенными в том, что даже после стирки наша блуза останется по-прежнему выглядеть как новая. Давайте произведем необходимые замеры в плане ростовки, чтобы наши зрители уверенно звонили. Ну а я пока призываю вас это делать, пока они готовятся, потому что цена очень низкая, 1090 рублей. Ну а мы смотрим и видим, что длина... 62 сантиметра. Это хорошая универсальная длина, классическая длина блузы. Причем такая длина подойдет абсолютно всем ростовкам. Почему я об этом говорю так уверенно, что она подойдет? Ну, обратите внимание, на вешалке, может быть, и незаметно, что она имеет внизу эластичную манжету. Это та же самая ткань, сложенная вдвое, чуть-чуть меньше объема самой блузы. Посмотрите, она хорошо тянется, и она позволяет нам абсолютно самостоятельно фиксировать по любой длине. И сейчас мы с вами обязательно посмотрим, как это происходит. Почему она садится по фигуре? Посмотрим. Здесь есть все предусмотрено, и, конечно же, это важно. Ну, вот, например, мы уже говорили о защипах по груди, которые дают нам лишний объем, чтобы мы могли надеть на любой абсолютно обхват. Мы говорили с вами о ярком украшении, которое делает эту блузу невероятно привлекательной манкой. И мы в этом с вами убеждаемся, глядя на Аню. 88044, номер лота 1090 рублей. И давайте вспомним с вами, что старая цена на эту блузу была почти 3000. Новая цена 1090. Ваша выгода, ваш дисконт 1900 рублей. Аня, а вот теперь, пожалуйста, открой мне секрет. Почему ты стройная? Ты знаешь, я очень люблю такие блузки. На самом деле в моем гардеробе таких очень много. Посмотрите, абсолютно свободная посадка от груди. Ничего не подчеркивает мою талию. Наоборот, у меня особое подчеркивание идет в зоне бедра. Вот та самая эластичная лента, о которой я вам говорила. Она позволяет мою блузку сделать и подлиннее, и позволяет ее немножечко укоротить, посадить на верхнюю часть моего тела, на верхнюю часть бедра. Но тут же я обращаю ваше внимание на то, что когда я ее приподнимаю, у меня образуется небольшой напуск. Именно он и скрывает особенности моей фигуры. Не видно животика, не видно боков. Тем самым многие говорят мне о том, что я постройнела. Действительно, это находка, блуза-находка, можно так сказать, потому что она действительно подходит и фигуре яблочка, и фигуре груши, и перевернутая фигура, перевернутый треугольник. В любом случае, такая блуза однозначно вам понравится, с чем бы вы ее не сочетали. Я напоминаю, что у нас действуют самые приятные цены и самые большие скидки. За 1000 рублей, ну с копеечкой, да, 1090 рублей, вы приобретаете нарядную, модную, стильную блузу, потому что здесь есть украшение от
также эффектный принт, который, ну, не выйдет из моды никогда. Горошек всегда актуален. Размеры есть. Вот 48-й закончился, от 50-го и выше. Кстати, с этой блузой наши зрители заказывают также и трикотажную юбку классического кроя номера лота 86676. Информация внизу экрана, за 990 рублей. Это для тех, кто интересуется, что за полный комплект на Ане. Да, полный комплект отличный. Такая блуза прекрасно сочетается с юбкой карандаш. А юбку также советую вам посмотреть, потому что она эластичная, она садится на любую фигуру. И на талии у нас эластичная лента, которая будет под вас подстраиваться и поможет самостоятельно отрегулировать и посадку, и длину. 2000 рублей с копеечкой, и у вас полный образ. Готовый образ. Это и блуза, и юбка. Звоните, чтобы не тратить время на поиски. А то заказали блузу, а потом думаете, а с чем же ее носить? Эх, надо было юбку заказать. Заказывайте. 990 рублей за классическую юбку-карандаш. Это не цена, а подарок. Ну и, конечно же, есть такая проблема у многих женщин. Ань, не знаю, не вижу ее у тебя, по крайней мере. Но вот животик. Давайте посмотрим на красивый декор в зоне. Не удержались, мы очень эффектно смотрится. Так вот, по поводу устраняющего силуэта животика. Как животик при помощи напуска можно скрыть? Открой нам секрет. Да все очень просто. Эластичная лента у нас по талии. Поэтому мы с вами всегда можем отрегулировать посадку. Таким образом, у нас скрывается, так сказать, спасательный круг, который образуется у женщины с возрастом. Давайте посмотрим еще и на то, что длина рукава позволяет и высоким женщинам чувствовать себя комфортно, и женщинам невысокого роста отрегулировать свою посадку. Посмотрите, здесь также присутствует эластичная манжета, которая помогает мне мягко зафиксировать длину рукава и чувствовать себя комфортно. Супер. Что касается идеального силуэта, так здесь у нас с вами есть подплечники. Они небольшие. Вот у меня, например, широкие плечи, и мне казалось, что я не люблю подплечники. Но такие подплечники мне очень понравились, потому что они небольшие. Они способны только правильно выстроить пропорции вашей фигуры и сделать ваши плечи точеными. Итак, сгармонизируйте свою фигуру. Если вам не хватает немножечко четкости в зоне плечей, эта блуза для вас. Есть подплечники, есть нарядная брошь по центру и вечно молодой принт Polkadot.